Про те, що саме вони передають, про те, що відбувається на фронті, про Бахмут і про інші всі регіони, ми поговоримо з нашим експертом. У нас на зв'язку Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, підполковник у відставці. Вітаємо вас, пане Романе, у нас в ефірі. Раді бачити знову. Привітаю. Давайте почнемо якраз з заяви Путіна, який сказав, що на території Білорусі він планує розмістити тактичну ядерну зброю. Сховища мають підготувати до літа. А наскільки це реальна загроза, зважаючи на реакцію Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, вже і Китаю, як виявилося? І яку саму ядерну зброю може розмістити там Путін? Ну вот ключевое подготовить к лету. Вот они 9-й год готовят определенные складские помещения, то есть такое боеприпасы под переброску боеприпасов в Крым. Есть там Феодосия-13 такой объект, в котором в свое время Советский Союз хранил тактические ядерные боеприпасы того же Черноморского флота. Так вот, они 9-й год его подготовить не могут. Дело в том, что подготовить хранилище ядерных боеприпасов Россия не в состоянии новое, так как даже все российские хранилища в свое время переоборудовали американцы, передавая определенные технологии сберегания ядерных запасов. У россиян их просто нет, потому ничего они не подготовят в Беларуси, просто нереально. Они могут использовать Беларусь в режиме, допустим, аэродромов подскока. Некоторые позиции там, допустим, есть СИСы, так называемые. Это специальные инженерные службы для подготовки ракет. Вот то, что они подготовили сейчас, ну, по крайней мере, передают те же «Искандеры». «Искандеры» могут нести определенный тактический ядерный заряд и авиабомбы, то есть самолеты, которые переподготавливаются или были переоборудованы уже под выполнение сброса авиабомб и пуска ракет тактического уровня, у белорусов уже есть. То есть они могут их использовать, только вопрос целесообразности. Абсолютно нет никакой целесообразности размещать боеприпасы, тактический ядерный запас на территории Белоруссии, если есть средства доставки у самих россиян, причем средства доставки тот же «Кинжал», больше 2000 километров, те же калибры Х-101, Х-555, 55-е, они прекрасно могут нести и выполнять эти задачи. Те же Х-22, то есть те ракеты, которые они даже по нам работают, отрабатывают, они могут нести ядерный боезапас. Нет смысла. А тактический радиус у российских истребителей до 1500 километров. Это только радиус это с возвратом. То есть, я так думаю, это просто определенный шантаж и предпосылка к каким-то мирным переговорам, возврата обратно в тот договор, из которого они вышли, и, то есть какое-то переподписание и попытка усадить за стол переговоров наших партнеров, а уже противников россиян. Потому, скорее всего, это в чистом виде шантаж, в котором участвует Си Цзиньпинь, Путин и Лукашенко. Пане Романе, от ми, звісно, не військові, але рішення погодитися виглядає дивним. Стратегічні бомбардувальники Росія ховає від ударів в глибині території. А тут ядерна зброя в якихось там сотнях кілометрів від кордонів України та найголовніше від країн НАТО. Як взагалі вони збираються його захищати? Ну, от якраз ви праві. Дуже таке нелогичное решение, почему я говорю, что это больше в чистом виде шантаж, либо приглашение для переговоров. В Беларуси невозможно вообще ни один военный объект прикрыть. Беларусь такой балкон в Европу, с трех сторон она окружена европейскими государствами, Украиной, странами Балтии и Польшей. Потому прикрыться практически невозможно. Дальность поражающих средств поражения позволяет достать любой военный объект, ну а тем более такого рода хранилище. Здесь вы правы, нереально, это просто нелогично и вряд ли будет выполнено.
Судячи з усього, у нас на Бахмутському напрямку відбувається щось важливе, бо спочатку Валерій Залужний заявив, що ситуація навколо Бахмута стабілізувалася, а сьогодні командувач напрямку сказав, що вони розглядають і розробляють різні варіанти, що робити з Бахмутом. Відповідно, ви можете пояснити, що там зараз і які ще можуть бути варіанти? Россияне уперлись в определенные рубежи обороны, которые пройти не могут, нереально. То есть правильно отобранные рубежи обороны, шоссейка, река Бахмутка, промзона, они продвинуться не могут, и это как раз и является стабилизацией линии фронта. То есть они проводят наступательные действия, мощные, подтягивают туда определенное количество войск, сил, средств, плюс увеличивают количество самолетов, вылетов, то есть давление на Бахмут увеличивается. Но ситуация стабилизирована чисто по движению россиян. И здесь и один, и другой генерал правы, просто говорят о разных плоскостях. Остановили россиян, но надо что-то делать с этим увеличивающимся давлением, вплоть до того, что может быть принято определенные контрнаступательные действия для того, чтобы отсечь группировку, которая нависает на севера Бахмута и движется в сторону Славянска. Сегодня, кстати, по Славянску были нанесены с этой точки удары, с тех точек удары не продвинулись ближе к Славянску. То есть может быть принято решение уже на уровне начальника сектора о определенных наступательных, контрнаступательных действиях для того, чтобы снять давление на Бахмут хотя бы с севера. Як ви вважаєте, не запізно, тому що ми, звісно, не знаємо, коли ЗСУ піде в наступ, але судячи з осінньої мобілізації в Росії, більш-менш якісно підготовлені бійці доїдуть до фронту, ну, десь за пару місяців. Не за пару, як мінімум за півгода, не раніше. Діло в тому, що ще 100 тисяч чоловік, які були мобілізовані в прошлом году, они не укомплектованы, не хватает амуниции, не хватает определенной техники, потому сколько бы они сейчас ни мобилизовали, эти войска вновь мобилизованы, они не появятся на линии фронта в ближайшие месяцы, потому наше контрнаступление это никак не сорвет. А вот то, что они продумывают режим мобилизации вот с такого уровня, контрактной мобилизации, рассылают действительно повестки для уточнения, пытаются предложить на контракт тем, кому уточняют, поднимая определенную меркантильную составляющую, финансовое обеспечение, то есть как-то завлечь. Причем поставлена задача губернаторам лично участвовать в призыве примерно на каждую область по 10 тысяч человек. Вот они размазали где-то на 40 областей, округов и образований государственных российских эти списки по комплектованию. Потому будут пытаться, по крайней мере, загнать россиян под контрактную армию. Ну а дальше уже исходя из наличия средств, которых у россиян сейчас очень мало, и взять их практически неоткуда. Даже Китай отказался им передавать определенное количество. То есть они будут пытаться набирать это количество сил, а дальше подготавливать и, может быть, в режиме хотя бы стрелковых подразделений, не мотострелковых, а стрелковых пехотных подразделений выводить на линию фронта для выполнения оборонительных мероприятий. Но выходить они будут не раньше конца лета, начала осени, то есть раньше, чем это. К этому времени, я думаю, наше контрнаступательное действие уже, может быть, даже по некоторым позициям и закончится. Бачите ось цю футболку? Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал «Спецпроекти Сергія Мамаєва» в Ютубі. Після того поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того обов'язково напишіть в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу «Це закарпатський бограч». І напишіть, звідки ви нас дивитесь. І ця фантастична футболка за пару тижнів, можливо, поїде саме до вас. Окрім людей, в армії ще і потрібне озброєння. Звідки його береде Україна? Ну, ми розуміємо. Насправді це постачання від наших союзників. На щастя, воно є. А от де озброєння буде брати Росія? Китай фактично вже відмовив. Вже є відео, як залізницею їдуть танки Т-54 та Т-55. Вони старші за Шойгу і Путіна. То де їм брати? Ще танки Т-34 знімати з хранення чи де?
Пару тысяч танков у них Т-54, Т-55 есть. Они действительно пытаются их поставить в строй. Но дело в том, что тот же оборонпром российский, он не может восстановить больше 25 танков в месяц. То есть сколько бы ни их ни везли, ну, во-первых, это действительно старые танки, они разукомплектованы. Там и из 3-5 танков, может быть, один и получится. Но сама система восстановления у россиян не работает. Они будут использовать эти танки даже просто в качестве пушек, потому что любой танк — это, в конце концов, пушка на гусеницах. Будут использовать даже в качестве пушек, плюс в режиме обороны 4 человека там как минимум спрятаться могут от пулеметного огня. То есть в режиме обороны эти танки можно использовать. Скорее всего, вот они и нужны как раз для оборонительных мероприятий, так как при выполнении наступательных действий это очень хорошая цель для наших ПТРК и для наших систем поражения на линии фронта. А еще где взять? Т-34, они также и Т-34 могут поснимать и опять же использовать в таком же качестве, в качестве с одной стороны САУ, пушек, прямой наводки, пулеметов, может быть, каких-то обвесов, хотя танки лысые, они в принципе непригодны для выполнения наступательных задач. Это говорит о том, что у россиян, ну, как минимум дефицит, уже выходят на такой, на нулевые, уже вышли на нулевые складские, начинают работать с колес, где-то до 20 танков в месяц они новых могут сделать, 25, повторюсь, восстановить, ну, может быть, еще 5 плюс-минус туда-сюда, то есть вот полсотни танков по месяцу они как-то могут поставить на выполнение боевых задач. Но мы их примерно уничтожаем в месяц, примерно столько коробочек. Потому я думаю, это как раз то количество для восстановления потерь, по крайней мере, в том режиме, в котором сейчас находятся наши войска. А при наступательных действиях украинских войск у них потери будут намного больше в технике. Взять ее практически будет неоткуда. То есть вот то, что они могут производить, то они будут с колес работать. Но для этого им придется сворачивать фронт. То есть пару фронтов им придется точно свернуть. Херсонский, Запорожский, может быть, оставить, как-то попытаться запечататься в Крыму на Луганском, Донецком фронте. Но даже, опять скажу, недостаточно будет сил, средств для того, чтобы удерживать эти линии фронта. Пане Романе, я ще хочу запитати вас про мобілізацію, навіть не про мобілізацію більш, а як про демобілізацію в Україні. У Верховній Раді з'явився законопроект, який в разі прийняття дозволить звільнитись з ЗСУ через 18 місяців, навіть попри військовий стан. Бійцям, звісно, потрібна ротація, але хіба таким шляхом? І чи у владі хтось настільки впевнений в нашій перемозі, вже швидкій перемозі, що очікує масову демобілізацію вже восени? Ну, там надо просто посмотреть сам по себе законопроект. Дело в том, что у нас срочники, которые были призваны на срочную службу несколько лет назад, они до сих пор не демобилизованы, так как был с прошлого года отменен призыв на срочную службу. Весеннего призыва не было, осеннего призыва не было. Важно объявить призыв на срочную службу и через полгода демобилизовать тех срочников, которые все это время выполняли боевые задачи. Срочников нельзя использовать на линии фронта, это запрещено законодательством, но очень много задач, которые выполняются в тылу именно срочной службой. С одной стороны, они готовятся для выполнения боевых задач, а с другой стороны, выполняют боевые задачи уже в глубине фронта. Так вот, тех срочников, которые уже переслужили, их надо демобилизовать. И дальше, во-первых, их можно будет мобилизовать где-то через полгода уже под мобилизацию, не под срочную службу, под мобилизацию, а сразу можно предложить контракт в действующей армии. То есть это дополнительный ресурс для нашей армии уже готовых военнослужащих, которые прошли срочную службу и служили как минимум в тылу. Но и важно их все-таки демобилизовать. Слишком долго они находятся на срочной службе.